Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу, в каком состоянии моя отмостка спустя год по просьбам зрителей. Итак, наперед скажу, что отмостка в хорошем состоянии, никаких трещин не появилось. В местах примыкания отмостки к цоколю больших щелей нет. Есть разве что микрощели где-то до 1 мм. Вот эти доски, которыми я разбивал отмостку на фрагменты, я не вытаскивал, так их и оставил. Итак, сейчас пройдусь вокруг дома и все подробно покажу. Вот крыльцо, здесь тоже все хорошо. Вот появилась здесь ржавчина, это я делал подставку под опалубку из сетки. Нужно было применить оцинкованную сетку, тогда ржавчины не появилось бы. Итак, дальше. Вот здесь в углу. В общем, все в хорошем состоянии. Отмостка за год никак не изменилась. Итак, вот прошел я вокруг дома, как видно, все хорошо. А на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.